Вот эту доставай, вот эту. Большая дженга, увеличенная версия настольной игры. Скитимцам впервые предлагают построить башню в человеческий рост. Для этого нужно вытаскивать бруски и ставить их на новое место. Упасть строение не должно. Интересуются, спрашивают. Я вообще думаю, никто не обратит внимания на это. Но все-таки подходит. Мне понравилась большая дженга, потому что она очень такая... большой реквизит, он всегда очень привлекает внимание. Все, больше ничего пока мне особо не понравилось. Там еще есть настольные игры, вот «Морской бой» мне понравился. «Морской бой», рассказал Кирилл, у горожан действительно популярная игра, причем выбирают ее не только дети и подростки, но и люди постарше. Еще для скитимцев подготовлены викторина, игра «Составь слова» и другие. После партии уходят отсюда только счастливыми, особенно победители. Развивает интуицию, наверное, больше всего, чем интеллект. Там ты не знаешь, куда нужно бить, и бьешь наугад, чтобы победить. И задеть другие корабли своего противника. Алена Кривко в парке с мужем и детьми сначала планировали просто посмотреть, но стали активными участниками праздника. Особенно их привлекли настольные игры, ведь дома на это не хватает времени. Не часто, потому что маленькие есть. В центре парка работают сразу несколько интерактивных площадок. Здесь же раздают сахарную вату. Большая очередь выстроилась на аквагрим и мехенди. Работает фотобудка. Все для того, чтобы интересно было каждому, кто пришел на День молодежи.